В Якутске определили места, где можно запускать фейерверки во время новогодних и рождественских праздников. Об этом вышло распоряжение мэрии города. В Гагаринском округе это территория Белого озера, в Губинском – пустырь на улице Губина, площадь Победы, набережная и 202 микрорайон. В Октябрьском округе фейерверки можно будет запускать на площади Дружбы, Теплом озере, на площади перед спортивным комплексом «Триумф», сквер на перекрестке Лермонтова-Октябрьская. Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем разрешенных мест, горожане могут обратиться в управу своего округа.